Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы посмотрим, как можно выйти в эфир. Откройте свою учетную запись. Это ваша учетная запись. У меня еще фотография анимированная, не пугайтесь. Прокрутите немного вниз и найдите ссылочку «Прибой эфир». Вот это самое тяжелое, самое главное. Нажимайте на эту кнопочку. Не спешите нажимать «Выход в прямой эфир». Посмотрите, кто будет смотреть ваше вещание. Нажмите на список и выберите те, кто будет вас видеть. Можно сделать доступным всем или только вашим друзьям или некой закрытой группе. Например, «Пермгарант». Никто больше видеть не будет. Тренируйтесь, ничего не бойтесь. Можно также добавить друзей в трансляцию. Это значит, что этого человека, если, конечно, он приглашение примет, будут видеть и слышать все остальные. Вы разговариваете с ним, а все остальные видят. Это очень интересно, но придется дождаться, пока он это приглашение примет. Дайте название вашему эфиру и выходите в прямой эфир. В данном случае приглашение еще пока не принято. Удачи вам в вашем вещании. Жду ваших вопросов. До свидания.